Всем добрый день. Я, как обычно, кручусь на кухне. Замесила тесто, у меня уже почти поднялось. Сейчас буду формовать цельнозерновое на хлеб. Здесь сварился бурый рис. Тут я себе сварила кофейку, еще не пила. Лучок уже зажаривается. И буду готовить сегодня овощи тушеные. Все как обычно. Лук, морковь, перец, баклажаны, помидоры. В общем, все стандартно. Лук и морковь слегка попассеровались, отправила фарш 400 грамм. Нарезаем перцы, помидоры в произвольной форме. Баклажаны нарезаю кубиками. Слегка потушили. Получается, на каждый ингредиент у меня уходит где-то 5-7 минут. 5-7 минут фарш вместе с луком и морковкой потушились, отправляю баклажаны. Перемешаем и накроем крышкой. Даем потушиться 5-7 минут. Баклажан потушился, отправляем перец с помидорами. Перемешаем и добавляем все любимые вами приправы. Соль, перец, кому-то нравится куркума, паприка сладкая, итальянские травы, прованские травы. В общем, все, что вам нравится. Все ваши любимые ингредиенты добавили и перемешаем. Оставляем тушиться до готовности минут 15-20. Овощное рагу готово. Всем приятного аппетита. Сейчас сформуем хлебушек в форму. Тесто хорошенечко обмяли и уложили в форму для подъема. Хлебушек готов. Сегодня у меня завтрак чуть попозже. Яйцо, огурец и кофе свежесваренный. На десерт захотелось приготовить желе ягодного. Ну, у меня здесь размороженная клубника, желатин уже набух. Одна чайная ложка с горкой, залила водичкой, пока готовила. Желатин уже готов. Приступим. Беру грушу, порежу кубиками мелкими. Ну, вообще, как вам нравится. Ягоду опрокинула на сито. В наш сок добавляем 350 мл водички, холодной, кипяченой. Укладываем нашу клубнику в чашу, куда будем заливать желе, грушу, все подготовили. Клубничный сок переливаем в кастрюльку, добавляем желе и при постоянном помешивании будем готовить. Кому нравится послаще, можно добавить сахар. Я сахар не добавляю, так как груша сладкая, клубника сладкая, этой сладости будет достаточно. Теперь при постоянном помешивании доводим до полного растворения желатина. Не доводим до кипения. Наше желе вот-вот закипит, снимаем с огня. И сразу выливаем в наши фрукты. Даем остыть до комнатной температуры и уберем в холодильник до полного застывания. Желе остыло, уже комнатной температуры, убираем в холодильник. Желе наше очень хорошо застыло. Так что пробуйте. Привет, дорогие ребятушки! Новый день наступил. Вернее, уже вечер вторника. У нас с утра было очень-очень жарко, знаете, прямо так душно, парило. Сейчас немного подуспокоилась. С ночи до утра шел очень-очень сильный дождь, такой прямо проливной. И вот потом выглянуло солнышко и началось сильное такое испарение. Но сейчас уже чуть-чуть попрохладнее стало. На улице плюс 19 градусов. И опять собираются тучи. Вчера я под дождик попала. Наверное, сегодня также попаду. Прям такие, знаете, смотрю на небо, такие клубы темные.
Ну да ладно, у природы нет плохой погоды. Ну и так как было сегодня днем очень душно, я встала на свой коврик гимнастический и стала заниматься. Прозанималась где-то около 1,5 часов. Дома получается медленнее, поэтому получилось где-то около 10 тысяч шагов вышло. Ну и сейчас проводила Диму на работу. У него должен был быть выходной, но его вызвали на работу похалтурить. Дима с удовольствием пошел на работу, потому что впереди отпуск, и к отпускным, чтобы какая-то копеечка заработалась. Вот. Что хочу сказать по поводу комментариев. Ребята, большое вам спасибо за вашу отзывчивость, за то, что не очень сильно вы меня ругали. Несколько комментариев было колких, но я уже привыкла, не реагирую. У каждого человека есть свое мнение, своя точка зрения. Поэтому, раз уж я веду канал, то, как говорится, будь добра, принимай все, что пишут. Ну а в основном, ребята, я хочу вам сказать большое спасибо, что вы меня поняли, что вы меня не заклевали. Человеческое вам спасибо. Вот, что хотела сказать, ребята, и вылетела у меня мысль из головы. В общем, посмотрим, сколько я сегодня пройду. Вчера я уже прямо так конкретненько поела. На тарелку, кстати, положила порцию стейка с овощами, не съела. Съела только половина. Половина осталась на сегодняшний день. Дима говорит, у тебя, наверное, желудок уже убавился, раз ты не смогла все съесть. Я говорю, скорее всего. Это даже очень радует. Вот такое сегодня небо. Наверное, опять ночью будет кто-нибудь грохотать и поливать. И ветер поднялся. Там за забором озеро. Небо становится все темнее и темнее, ребята. Наверное, сегодня тоже ночью будет поливать от души. Ну, а я бегу. Посмотрим. Не знаю, идти до Контаки или нет. Что-то вдруг промокну. Посмотрим. Может, не пойду. Ну все, ребятушки, я дома, и мы с вами большие молодцы. Днем дома я позанималась 10 тысяч шагов, и сейчас все-таки не стала сдаваться, прошла полностью весь свой маршрут, еще 20 тысяч шагов. Ну и того 30 тысяч там с копейками у нас вышло. Время ровно 21:00. Я сейчас пойду в душ, умоюсь. Ну и легенький какой-нибудь ужин надо обязательно перекусить после такой интенсивной тренировки. А-то я сегодня еще пока только съела, по-моему, 288 калорий. Совсем мало. И я, знаете, так рада, что вот я закачала эту программу по калориям. Ребята, потому что вот вчера, допустим, да, я раньше думала, ну, что там этот кусок мяса, ну, плюс овощи же. А вы знаете, в одном куске мяса уже сразу же 700 калорий. Вот так вот. Поэтому вчера у меня получилось чуть больше нормы. Но я еще скажу, повторюсь, что я вчерашний ужин я не доела. У меня стейк еще остался, лежит в контейнере, поэтому вот вчера у меня вышло где-то на 1300 с копейками калорий, сегодня пока еще совсем мало, но плюс ужин, посмотрим, сколько выйдет. Так что программа мне это очень помогает. Все, ребятушки, побежала мыться. На ужин у меня, ребята, будет 210 грамм винегрета. И вот я достала еще кальмар в маринаде. Сейчас добавлю. Посмотрим, сколько получится. И 40 грамм кальмара. Вот такой у меня будет сегодня ужин.
Ужин получился на 139 калорий.